Пару слов. Пару слов. Как вообще? Я даже не знаю, как это описать. Все, то, что произошло. Можно мы повернемся, чтобы свет подал? Да, спасибо. На самом деле, эти действия, я не знаю, каким образом будут пресекаться вообще. Почему у нас на таких людей делают ставку здесь? Это полное отсутствие интеллекта и просто, знаете, противоправные действия, которые, ну, я, честно говоря, не ожидала. Не ожидала, что... Не, ну после 22-го, 25-го уже следовало бы ожидать. То есть... Следовало бы ожидать, но когда это, скажем так, митинг, какое-то собрание, да, куда можно прийти и высказать там мнение за, мнение против, покричать. Один момент, когда мы можем прийти и покричать друг на друга. Другой момент, когда это закрытое помещение, абсолютно, то есть это кафе. То есть теперь уже и в закрытых помещениях. Люди пришли попить чаю и просто поговорить. Да, тут осуществляется такое, такое, что громится все вокруг и избиваются люди. Я, честно говоря, не понимаю.